Начнем, наверное, с того, что вы находитесь на территории трамвайного депо номер 3, которое было построено в 1967 году, введено в эксплуатацию. То есть производственная мощность по проекту рассчитана была в свое время депо на 250 единиц подвижного состава. Были в то время рижские трамваи. Мы сегодня проводим экскурсию на одном из наших площадок. Это трамвайное депо номер 3. Это самое большое трамвайное депо, наверное, в Украине. На ее территории базируется 220 трамваев пассажирских, 30 трамваев снегачей, технических, грузоподъемных. То есть в итоге у нас количество наших трамваев 251 трамвай. На нашем предприятии, значит, трамваи прошли большой путь. Были времена, когда трамваи возили кирпичи и развозили грузы. Были моменты, когда трамваи возили, грузовые трамваи обслуживали ЦУМ, детский мир, возили товары. Были времена, когда были у нас инкассаторские трамваи, которые подъезжали, помните, когда были времена, когда были маленькие станции по продаже билетов, и они бежали все маршруты и собирали инкассаторы. В последние годы на нашем предприятии, коммунальном предприятии Русской транспортной, шло обновление подвижного состава троллейбусов. Мы заменили в том году 51 троллейбуса, в этом году начали получение по кредиту ЕБР 45 троллейбусов, 9 уже получили. А вот трамваи, к сожалению, у нас только прибывшие, купленные в лизинг, купленные. Тесты ремонта.